А вот она моя треска. Так, пора на треску. Вот есть у меня такая вот удочка. 3,5 метра сплошная. И сейчас мы будем привязывать. Тут у меня на шпуле 100 метров плетенки. Это 90 килограмм. И 10 метров лески, которая 25 килограмм. И сегодня я буду рыбачить на джиг, поэтому я завязываю этот джиг узлом универсальным. Все, готов к рыбалке. И еще одна приличная попалась. И еще потом несколько. Спасибо за просмотр и пока!